Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Диверсант. I took the liberty of booking your seat on the next flight to Saarbrücken. Pack light, and don't be late. I'll be waiting for you at the airstrip. Skylar. Так, ну что же, у нас появился Skylar и одно дополнительное задание. Давайте съездим на дополнительное задание, вызовем только нашу машинку. Кстати, мы еще не были ни разу на гонках. Давайте как-нибудь туда тоже смотаемся. One car coming up. Интересно, кто у нас там предложит задачи дополнительные. Так. Я туда заехать смогу? Да. Проехать мы сможем. Так. Надеюсь, никаких пастов проезжать не надо будет. Нет, все-таки придется проезжать. Иди проверяй папиры. Счастливо оставаться, ребята. Так, ну мне бы как-нибудь задариться, ё-моё. Засмотрелся на мини-карту. Ладно. Может быть, это бабушка Марта со своими заданиями здесь? Ну, скорее всего, да. Ага, это гонки у нас рядышком. Но сначала мы за доп. Заданием скатаемся. Оружейник у нас тут есть. Можно будет взять. По-моему, это наше последнее убежище. Так, покупаем. Динамит по максимуму. Что у нас по пистолетам? Подожди. А, это какой-то пистолет другой. Да не, мне надо с глушителем. Вот он. Вот его мы возьмем вместо дробовика. Отлично. Ну а здесь... А, вот она, вот эта вещь. 2,5 штуки. Ха-ха-ха. Да, я покупаю вместо вот этого. Супер. Дробовик. Ух ты, ё-моё. Дробовик террора. Винтовка, винтовка. Штайнер с оптикой. Интересно. Так, патроны затарятся. Что у нас еще здесь есть? Это зоны. Что у нас? Вроде уже куплено.
что здесь? Емкость пулемета. Давайте возьмем. Мощность винтовки, дробовика, ракетную, огнемета, фугасную, диверсионные взрывы. Не, не хочу ее усиливать. Ирландское везение. Брать, не брать, три штуки аж целых. А что она дает? Вот что она дает, это День Святого Патрика. Ну давайте возьмем. Ага. Нет, мне для этого надо заработать какой-нибудь золотой, да? Окей, а вот это я могу купить. Да, заработаю любой серебряный бонус. Ну я же заработал. Открыто. И что дальше? Ничего не пойму. Ха-ха. Понятно. Для того, чтобы это заработать, внезапную атаку. Ладно, фиг с ним. Идем за доп. Заданием. К этой Марте. Старушка Марта. А, Марго, Марго. Ah, Mr. Devlon. How good of you to come. What can I do for you, Madame Bonheur? You are a young man, Mr. Devlon, and I am a very old woman, so let me tell you something of the ways of the world. I'm listening. Wars are not fought with bullets and bombs alone, Mr. Devlon. In order to destroy a society, one must first destroy its culture. Art and literature can become powerful weapons in such a battle. The Germans understand this truth better than anyone. I'm not sure I follow. Before the invasion, I worked as an art restorer at the Louvre. I have watched in horror as the Nazis plunder our national treasures and defile our cultural heritage right under our very noses. People are getting killed out there, Mom. What's so damned important about a bunch of paintings? Ah, don't play the fool, Devlon. Our culture is the soul of the French people. Without it, this nation will not survive. What do you want me to do about this? A Nazi general by the name of Loder has organized a series of book burnings in Paris. Thousands of rare and priceless volumes have already been destroyed. I want you to put an end to this atrocity. Perhaps I'll compose a nasty poem in the general's honor. A bullet in the head will suffice. General Loder deserves no less, I assure you. Good day, Mr. Devlon. Ну что ж, грохнуть этого офицера. Что у вас тут интересного? Фотик есть. Рация. Ладно. Смотаемся по заданию этой бабушки. До арки триумфа добраться. Ладно, сейчас доберемся. Вроде ехать не так далеко. Ну да, приехали. Mother didn't say anything about this book-burning bastard driving fucking tank. The fires of righteous purity. Где это вообще генерал сидит, блин? There will be no place for devious intellectualism in the new pan-European fatherland.
Мне бы сейчас не помешала винтовочка с оптикой. Ее добыть не фонтан. Засранец. Так, все, сваливаем, Шон. Да поехали ты уже наконец, заводи эту тачку. Эх, не получилось унести ноги. Выехала эта тачка, появилась неожиданно откуда-то. Блин. Сюда. Ноги унесли, миссия завершена. Супер. Так, ну... Бабушка Марго еще дает задание. Давайте выдвигаться снова на доп. Задание. Стоп, дружок. Я тачку твою хочу забрать. Да чтоб тебя, блин, Шон, не туда, садись. Ай, хрен с тобой. Так, надо будет не забыть затариться патронами, так как потратились нехило. Лохам, weapons, monsieur. Так, пулемет. Пулемет с глушаком. Отлично. Все. Снова к этой Марго. We have not a second to waste. They have taken my cherished one and many others. Hold on, don't get your panties in a bunch. When was the last time you saw this Renoir fella? He has been dead for 30 years. It's not much of a bloody emergency then, is it? Must you always try my patience? The Germans are smuggling masterworks out of museums all over the country. Ah, the culture war. Is that it? The ringleader is a Reichsminister official named Bachmann. I want him in a box. A
box? A closed casket. I don't want his own wife to recognize him. Shouldn't you be in the kitchen baking up some crumpets or something? It's just that sweet old lady shouldn't get mixed up in this sort of thing. It doesn't seem proper. Oh, spare me your chauvinistic bullshit. Herr Bachmann will be traveling past the Grand Palais in a bulletproof limousine. You will need heavy firepower to penetrate the car's armor. But that shouldn't stop a resourceful man like yourself. Right. Yes, Mom. Ух ты. Пули непробиваемые. Ну супер. Тогда что? Надо будет взять гранатомет какой-нибудь. Так, ну. Monsieur, interest you in some personal protection? Да, давай возьмем его. Вместо пистолета с глушителем, наверное. Отлично. А боеприпасов всего лишь два. Да ладно, что, серьезно? Еще давай один возьмем. Винтовку, дробовик, ракетную. Ну давайте вот эту вот. Ракетную мощь. Супер. Так, фугасную гранату нет. Выходим. И надо будет взять новую тачечку нам. Та уже совсем раздолбалась. Кстати, может быть, увеличить можно будет броню? Купить нам для тачки. Ну-ка. Looking for a new car. Усилена броня 1000. Давайте купим. Максимальная. Ну и мне нужна машина. Отлично. Посвежее. Почти доехали. На крышу, на лифте. На каком лифте и на какую крышу? Это и есть лифт. Ну и как подняться? А, вот кнопочка. Поехали. Да чтоб тебе. Воспользуйтесь радио. Угу. Тут, надеюсь, никого нету. Ух ты, детишка, ты... Go home, Фрейд. Так. Не надо носить ноги, мы сейчас сирену берем. Давай, шо, ну... Молодец. Теперь переодеваемся. И вот наше радио, да? Ха, тут оно лежало, кажется, ё-моё. Yeah. Too bad I never managed to stay awake in German class. All right, here comes the puncher now.
Да, Шон. На уроках немецкого не надо было спать. Где его подождать-то? Угу. Вот он. Так, ну пусть подъедет поближе. Снимаем тревогу. Все, миссия завершена. Все супер. Все быстро. Снова спускаемся на лифте. И все будет ништяк. Ну, давай, Шон. Не тормози. Ух ты, я контрабанду нашел. Отлично. Запретную зону покинули. Так, где-то тут моя машинка должна быть недалеко. Снова едем к этой Марго. Борцу за культуру. Так, теперь-то я прям могу проехать. О, теперь можно. Так, что ты на этот раз мне предложишь? I wish they'd do something about all the puddles. Keep soaking me boots. А, вот он, что ты сидишь. Что-то я вокруг тебя бегаю. Your reputation is well deserved, Monsieur Devlin. You have given these barbarians reason to fear. It must be difficult to plunder a nation's treasures when one is constantly looking over one's own shoulder. One might think it would be difficult to conquer Europe with one's head up one's arse. Still, that maniac in Berlin managed to pull it off. The Nazis have conquered our country, but not the hearts and minds of our people. When the music of freedom rings throughout the city, the dream of liberty will live again. Are you off your meds again, Granny? The Nazis have been using the Louvre as a stage from which to broadcast their vile propaganda throughout the city. You want me to knock out that tower? We have had enough of that fascist drivel, polluting our airways. It's time we called a different tune, don't you think? Your point is well made, madam. It's time somebody turned the dial. Хорошо. Проберитесь в Лувр. Но для этого тогда нужен мне пистолет с глушителем. Хотя я бы, наверное, взял бы и автомат тоже с глушаком. Вот он, красавец. Так, какие улучшения могу сделать? Винтовка, дробовик, огнемет, фугасная граната, диверсионные взрывы, оружие сопротивления. Ну давайте. Поможем сопротивлению. Улучшим их здоровье.
Хорошо. Итак. Выдвигаемся в Лувр. Давай. Отлично. Не тормозим, Шон, не тормозим. Так, нам надо снова набирать контрабанду. Снова где-то недалеко, рядышком все. Уничтожьте опору ЛЭП. А как я туда забраться должен, по-вашему? Ага. Тут, оказывается, все просто. Looks like somebody left a tank unattended. О-ха-ха, на танке, что ли? Да ну, серьезно? Супер. Ну и что? Лезь. Блин, да почему ты не хочешь нормально-то лезть? Ну давай, давай. Идиот. Ну давай, Шон. Ты меня просто поражаешь. Молодец. Супер. Так. Ух ты. Да идите вы в жопу. Так, надо эту снести. Молодец. Сейчас все вышки тут посносим. А, иди сюда. С какого перепуга ты мне... Ага. Стоп. Супер. Отлично. Где еще тут у нас одна вышечка? Вот он сидит там, чувачок. Отлично. Ну-ка, что за... Так, еще один танк. Иди сюда, дружок. Так, где танк? А, вон оно.
Хорошо. Ух ты, блин. Всех. Блин, я же вроде уничтожил эту гранатометчика долбанного. Ты что, зараза, еще живой, что ли? Вас всех. Блин, а? Да ты все еще никак не сдохнешь, что ли, зараза? О, супер. Макаром я ничего тут не сделаю. Чтоб тебя. Отлично.
Какой-то непробиваемый. Сейчас уберем тревогу. Ну что ты за нее спрятался-то, идиот? Миссия завершена. Ну залезь ты уже, а. Ой, убогий ты. Поедем к нашей машинке. Надеюсь, я здесь смогу проехать. Вы не поверите, мешки непробиваемые. Обалдеть. Ладно, уже пешком дойдем. Где моя машинка? Да ладно. Офигеть. Ну давай. Подгони. One car coming up. Давайте теперь посмотримся, поучаствуем один раз в гонке, что он вообще себя представляет. Ну а потом буду двигаться на основное задание. Так, все-таки хочу вот эту машинку взять. Ладно, пусть будет она убогая, тяжелая, но... You need a different car. Так, что у нас? Максимально броня, да, мне нужна моя машинка Дугати. Отлично, и едем на гонку. Ну, ну давай, 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 давай. You look familiar, son. Have I seen you somewhere before? Me? No. Must have been some other block. You look just like that Irishman. The one I saw driving the Grand Prix. Oh, that boy had talent. Maybe enough to take home the cup? I would have taken that damn cup if that cheating bastard hadn't shot me fucking tire out. I mean, if that were me. But it wasn't. Oh, no, of course not, son. That Dierker, ah, he is a spineless Nazi worm just the same. Scum like him give my country a bad name. Amen.
So I hear you're organizing a race in the city. Pull your car up to the line, son. If you finish the race in time, you can meet up and race with my friends in the countryside, yeah? Mm-hmm. Так, надеюсь, у него есть Аврорка, самая подходящая тачка для гонки. На Дугатти явно я не поеду. Да, супер, Аврора есть. Берем Аврору. И понеслась. За минуту и 45 секунд надо доехать до финиша. Получается гонка на время, я буду ездить один. Да, время пошло. Да ладно, что, через блокпост? Вы издеваетесь. Ну фиг с ним. Давай, 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 Шон. Блин, тут еще мотоциклист. Ну супер. Блин, вот если бы не было машин бы... Может быть, было бы нормально. Шон, газуй. Yes! Отлично. Ну-ка, что у нас за бонус? Меню бонусов. Экран бонусов показывает, какие из них ты открыл, и обозначает прогресс по остальным. Награды за бонусы могут сильно увеличить способности Шона. Бонусы в каждой секции должны открываться в порядке от простого к сложному. Ну, все понятно. Ну вот, гонку мы выиграли. В гараже доступен серебряный кокоть. Да ладно, что, смеетесь, что ли? Ха-ха, надо съездить в гараж. Так, стоп, стоп. О! Ух ты, блин, не то... Вместо того, что вперед нажать, бросил гранату. Так. I should be more careful. Ну садись. Что ты не садишься-то в эту машину? Да ладно, ты что, издеваешься? Так, ну больше на гонку мы не поедем. А поедем уже прямиком к заданию. Где я буду начинать уже следующую... серию. Так что, если она доступна, и вы не хотите смотреть, как я туда доеду, можете приходить к ней. Давай, проверяй свой папир. Yeah, alles in Ordnung. Wiedersehen.
Right, on my way then. Goodbye. Да, я мог врезаться, блин, ё-моё. Так, ну, приехали мы на место. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока!